Одним гранитом науки сыт не будешь. Не первый год в школах Чебоксар реализуют программу «Школьное питание». Подразумевает она и переоснащение столовых. Как такое обновление сказалось на питании учеников Чебоксарской школы номер 28, сегодня посмотрел и не только глава города Леонид Черкесов. Учиться, учиться и учиться, ну а в промежутках хорошо питаться. В Чебоксарской школе номер 28 с этой задачей теперь справляются. За время весенних каникул, то есть буквально за неделю, пищеблок столовой отремонтировали на 500 000 рублей. Поставили новое холодильное оборудование, пекарский шкаф, электрические плиты и даже аппарат для приготовления картофельного пюре. За счет этой модернизации мы можем очень сильно расширить ассортимент выпускаемых блюд, улучшить гораздо качество выпускаемой продукции и внедрить новые методы, инновационные методы питания детей. У нас стоит очиститель воды, у нас стоит пар-конвект-автомат, который готовит блюда паром именно, то есть щадящий режим термической обработки. Меню у школьников цикличное. В течение 10 дней блюда не повторяются. На вопрос городского главы, где лучше кормят, дома или в школе, выбор ученики сделали не в пользу домашней кухни. Всего за время действия программы полностью переоснастили 55 городских школ. 6 оставшихся обновлений ждет уже в этом году. Леонид Черкесов также отметил, после того, как разберутся с питанием и переоборудуют все школьные столовые, примутся за физическое развитие школьников. Следующие в очереди на переоснащение – спортивные залы. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.